Все не любят блюз, но смиренно сидят в концерте. Царапают стул, но сидят. А следующая песенка. Это такой ужасный ретро. Ленка, выходи. Давай, давай, не бойся. Макс, выходи. Совершенно у нас нет задачи сейчас сделать какой-то потрясающий номер. Нет, скажу. Это просто такое вот офигенное ретро, извините. Думаю, французский. Бейте в голове, будете петь на каком. Вот так? Например. Почему, собственно, это происходит? Ну, мы считаем, что это должно прозвучать. Мы эту песню пели в концертном зале России, так, на минуточку. Мы туда были приглашены на тематическую... Бели-бели. На тематическую, на тематический вечер, печально, не будем сейчас говорить, какой. Вот. И в качестве развлечения, еще у себя. И в качестве развлечения вот нас попросили, чтобы мы спели эту. И мы басы по концертному залу России зажигали. В рваных штанах. Да. Не все, но да. Песня называется «Двор». Ребят, ну вы поднимитесь, ну попляшите его хоть немножко. Ну что же вы? Мы под столом. Это не Голубин. Нормально я сказала? Хорошо? Есть дом, там на доме дом, черепи.
Она же Саша, она же. А сейчас?